Друзья, всем привет, и сегодня покажу, как установить обновленный трафик в GTA 5. Это у нас такой мод, называется он Lively World Traffic Stuff Update. Это у нас добавляет обновленный трафик в игру, то есть более реалистичный трафик новый. То есть вот такие вот всякие будут проезжать машины у нас, и новые будут всякие действия от ботов. Давайте нажмем «Загрузить», скачиваем, как всегда, сайт gta5mods.com, нажимаем «Загрузить» и открываем. У нас тут три вот таких вот файла, документ и расширение. Теперь нужно открыть корневую папку с игрой. Можно открыть через Steam в свойствах, или где у вас установлена GTA, либо зайти через мой компьютер. Открыли мой компьютер, заходим в корневую папку с игрой, она у меня по пути. Disk D, Steam Library, Steamapps, Common и GTA 5. И здесь вам нужно создать папку Scripts. Вот она. Если у вас ее нету, создавайте с точностью, как у меня, с большой буквы на английском Scripts. Создали, заходим в нее. У меня тут уже установлены некоторые файлы расширения. Открываем наш скачанный документ, выделяем вот эти вот три файла и переносим вот сюда. Все перенесли, можно вот так вот закрыть. Все, больше ничего делать не нужно. Можно зайти в GTA 5 и посмотреть на новый трафик. Итак, мы зашли в нашу игру. Давайте посмотрим, как изменился наш трафик, какие вообще изменения есть. Так, давайте откроем меню-тренер, возьму какую-нибудь машину, давайте вот эту BMW, и поездим, посмотрим, что изменилось. По идее, должно измениться движение, то есть оно более оживленное, и более различные модельки находятся в определенных частях. То есть не одни модельки, одни джипы там, допустим, но и разные грузовики и все подряд. То есть, смотрите, как мы видим, я еду, и много разных машин тут различных. Грузовики добавились. Также, смотрите, в левом нижнем углу у нас появилась такая надпись, сейчас была вот Spawn Bicycle 10%. Смотрите, кстати, добавился какой-то гонщик, смотрите, NPC очень быстро едет. Вот, наверное, сейчас заметили, как он быстро летел прям. Конечно, я знаю то, что в настройках можно поставить более оживленный город, то есть больше машин будет. Доказательство, что трафик обновленный. Смотрите, у машины маленькой сзади закреплен велосипед, то есть он добавляет вот такие вот как бы реалистичные РП, то есть как будто чувак перевозит свой велосипед на вот таком вот мини-купере. Кстати, выглядит очень прикольно, на самом деле. Тоже разбавляет обычный трафик. Вот она стоит такая, с велосипедом прикрепленным. И я думаю, другие вот такие вот РП-ситуации можно найти, если кататься по городу. Ну, в общем, все вот эти ситуации всякие и такой оживленный трафик нужно искать, потому что, вот, допустим, я сейчас еду и пока что особо не замечаю. Вот еще какая-то машина выехала, рабочая. Вот она. Какая-то дорожная работа, наверное. Давайте сейчас доедем куда-нибудь. Вот скорая помощь едет, кстати, смотрите. И, кстати, это замененная скорая помощь, по-моему. Я просто не помню, как в GTA скорая помощь выглядит. Или так она и выглядит. В общем, видите, смотрите, она куда-то едет на вызов. Очень спешит. Можем ее попреследовать вот так вот. Видимо, кто-то заболел. Очень много грузовиков стало ездить, смотрите. Вот таких вот, что-то они перевозят, вот таких вот грузовиков. Написано, этот проект находится в ранней стадии, ожидайте ошибок. Подождите до версии 1.0, если хотите получить полный опыт. Ну, скорее всего, типа полные особенности. И вот наши особенности. NPC могут взаимодействовать со своим окружением. Теперь могут происходить уникальные события. Все они размещаются динамически и ненавязчиво. Вы можете взаимодействовать с ними или позволить им развиваться самим. Дополнительный автомобильный инжектор, позволяющий вашим любимым автомобилям естественным образом появляться в пробке. Кстати, прикольно. Другие улучшения транспортных средств. Фактическая буксировка. Воздушное движение. И всякие сараи. Вот, кстати, у нас сценарий. Транспортное средство, совершающее обгон на шоссе. Велосипеды на транспортных средствах возле Веспуччи. Ну, велосипеды мы видели.
Люди, взаимодействующие с припаркованными автомобилями. Это мы посмотрим. Бандитский разбор. Также есть угонщики автомобилей даже. Гонщики всякие. Тюнингованные автомобили. Такси, подвозящие людей. Мы это видели. Вот, машины скорой помощи, мчащиеся на ситуации, не связанные с вами. Ну да, то есть скорая помощь, мы ее видели. И также запланированные сценарии. Это внедорожные транспортные средства. Люди разбивают лагерь. Ограбление магазинов даже есть. Грабители. И полицейская деятельность, рейды, остановки, погони. В общем, вот такие вот дополнения у нас этот мод добавляет. Lively World. Смотрите, там какой-то кемпинг у них. Бот приехал. И здесь у них, смотрите, вот такой вот лагерь. Так, смотри, друзья, какая-то тут РПшка у нас идет. А, чувак, видимо, купил что-то здесь и сел, и сейчас поедет. Да, просто сел и поехал, то есть он что-то купил и въехал. Смотрите, друзья, также еще одна у нас анимация, сейчас чел сядет и уедет, то же самое. Да, по-моему, продавец сам уедет. Сейчас он заведет тачку и просто поедет. О, друзья, смотрите, получается, это какая-то военная машина или полицейская. А, это полицейская у нас. Она что-то перевозит, видимо, там внутри либо деньги, либо фиг знает что, или это вообще банк. Вот тут такую добавляет машину тоже. Видите, написала там cool car, то есть чел, видимо, где-то сфотал. Не знаю, где посмотреть. В общем, тут могут боты фотоить твою машину. Итак, друзья, больше я ничего не сумел найти, поэтому, думаю, буду заканчивать. Вы можете скачать себе этот мод, он легко скачивается, и поискать здесь по городу какие-нибудь особенности, изменения. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии под видео обязательно, и можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Всем пока!